просто и даже и кто хочет постойте, кто хочет сидеть, сидите. Сейчас просто побудем какое-то время, сейчас просто в нем. Думаю, из того, что сказано, из того, что было сказано сейчас и Кифой, и вообще, и мной, и Алексеем Ивановичем, оно было все действительно, как вот это слово живое, его тело на самом деле. Потому что его тело это мы. Спасибо. Благослови сегодня всех нас, благослови народ свой, тело свое, благослови. А ты не можешь не заботиться о теле своем. Никто из нас не имеет ненависти к своему телу, напитает и греет его. Как и Господь, Церковь. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, что это откровение приходит больше и больше. Два тысячелетия оказалось очень малым сроком. Но достаточно, чтобы понять многое. Но из того, что мы поняли, Господь, что это действительно таинство тела Твоего. Крови Твои, таинство Церкви. Спасибо Тебе, Господь. Я пишу и на камеру, и так вот и на телефон тоже вещи эти. Я знаю, что Божьи ангелы пишут это. И вот это информационное поле, да, которое тоже раскидывает в этом осуждали, единое информационное поле, уже сейчас даже имеют больше или меньше многие доступ частичный. В ближайшее время я верю, что больше и больше людей будут иметь доступ к этому огромному богатству. Вот. И к этому общению святых. Все эти технологии, знаете, вот это я пока тоже писал, допустим, да, ну, простая штучка. Я взял вот этот ми, называется ми, да, китайцы. Молодцы, сделали и дешево, и сердито, и пишешь, и все, и как бы, все, а, все, вот, молодцы сделали, как бы, и, но еще лет 50 назад вот это казалось бы фантастикой вообще. 30 лет, даже 20. Ну да, да, но я так, группу взял уже, повыше сразу, заодно. Еще когда ну, это не время динозавров, конечно, но тоже далекая эпоха уже. Вот, мне вот 50 лет. Вот, сейчас 50 год в моей жизни. Так, порой думаешь, как бы, ну, да, скоро настоящий 50-й год. Да. Ну вот, и тогда, вот, 69-й год родился я, значит, такая штука была бы просто фантастика вообще. Вот. А если брать еще там назад какое-то время, то в средние века за такую штуку вообще на костре сожгли бы. И глазом не моргнули вообще. И все, и фамилию не спросили бы. Вот такая вещь, жизнь. Когда-то над Пифагором смеялись современники эллины, когда он там ляпнул, что цифры будут править миром. Думали, старик вообще с ума сошел. С глузду зим. Но на самом деле прошло время, теперь уже не до смеху. Теперь, вот. Но все эти вещи, ну, допустим, например, вот, вот сейчас вокруг нас множество радиоволн, да, например, если брать радио, даже брать FM, множество волн всяких. Вот. И, но у нас нет устройства, у нас, мы не можем воспринимать их сейчас. Но если, например, раз включится что-то, хотя бы, да, короткие волны можно ловить, допустим.
Конечно, как с этим жить, было бы сложно, наверное, выключить радио. Вот, значит, ну, допустим, телевидение тоже самое, сейчас множество всяких волн. Сотни программ разных, на разных языках. И я могу их видеть, но я их не вижу. Мне нужно устройство. Мне нужна тарелка, телевизор, мне нужно, чтобы это все. Ну, даже костыли нужны какие-то. А там не нужно было ничего этого. Наш отец был очень красив и очень силен, и он прекрасно общался со всеми. Вот. Животное, растение, все прекрасно понимало его. Ангелы, все языки ангельские. Образ Бога на этой земле. Вот, для этой планеты. Образ всемогущего Создателя. Даже Иисус лишь очень немногим показывал вот, из своей природы Адама, новый Адама, нового Адама. Потому что если бы он пришел бы, Моисей, да, просветленный, пришел к своим, и то там люди в ужасе были, попросили его накрыть с полотенчиком, чтобы ну, не пугаться его. Вот он пришел просветленный. А если бы Иисус там, ну он мог бы 11 всех забрать с учеников своих, ну так морально, эмоционально, душевно, духовно, люди просто не готовы были к такому зрелищу. Это стресс, я знаю, о чем говорю просто. Вот, подобные чудеса – это большой стресс. Я сам несколько раз пережил в жизни такие стрессы, и я знаю, о чем говорю. На самом деле пережить это очень неплохо, но и очень, скажу так, непросто. Вот, и без не то чтобы спецподготовки, взросления души, духа и тела. И то, о чем Кифа говорил сейчас, да, порой это на самом деле воспринимается как фантастика, но я верю, что мы рождены, что сказка сделала были. И всякая фантастика, она просто блекнет. Перемещение в пространстве. Мы читаем случай с Филиппом такой. В Библии описан один случай такой, ну, чтобы мы не были шокированы. Если бы даже два таких случая описано было, я думаю, что это было поводом для, во-первых, теоризации, это как бы доктрины, создание доктрин. А создание доктрин это очень пошло. Создание доктрины это попытка необъяснимое объяснить, и это очень пошло всегда выглядит. То же самое, доктрина Троицы, допустим. Любая доктрина это пошло. Потому что, ну, представьте, ну, объяснить то, что человеческим умом просто-напросто необъяснимо. Вот. Это пошло, это мерзко, это. Поэтому, как правило, доктрина, хоть христианская, мусульманская, иудейская, неважно, это всегда вот, попытка. Допустим, для слепого человека объяснить вот, цветы, да. Любовь, допустим, да, объяснить химически, физически, физиологически, как-то еще, да, можно объяснить, да, можно разложить это по косточкам, какие там гормоны, какие вещества вырабатываются, что, как происходит, но ты все равно не объяснишь, на самом деле, любовь, вот таким образом, физикой, химией. Хотя можно попытаться, и это пытаются. У нас советская школа десятилетиями медицинская на этом росла. Попытка была видеть человека лишь как объект физики, химии, вот, без души. Это очень страшно. До сих пор постсоветская школа медицинская славится, ну, в другом смысле слова славится. Вот, таким нечеловеческим, негуманным отношением. Почему? Потому что десятилетиями эта школа, она вырабатывала образ советского врача, как именно человека, циника, человека, который смотрит как на другого человека, пациента, как на химию, на физику, так быть Менделеева, но не как на душу, не как на живого человека, не как на такого же, как он, человека. Вот. И это очень печально. Вот. Но в большей мере это планетарная проблема, не только у нас это проблема, не только это советская, постсоветская, это проблема планетарного масштаба. Вот. Это свойство падшего человечества, души вообще отличается. Человека. Но мы с Кифой как-то вот как раз общались, да, вот насчет там, общего информационного поля. Допустим, вот я использую телефон, чтобы, допустим, да, даже там в социальные сети зайти, чтобы новости прочесть, допустим, какие-то. Но в принципе оно все есть. И вот так же духовно весь опыт церкви, он есть. И откровение небес, оно есть. Вот. Только человек, он взрослеет очень медленно, правда.
за 2000 лет ему очень, сделали очень маленькие шажки. Конечно, это огромный шаг для, в целом для человечества, как говорится, но это были маленькие шажки, такие развития. Вот, я верю, что сегодня, сегодняшним днем Господь совершил это чудо преображение тела. То есть наше преображение, преображение нашей веры, нашего восприятия этого мира. Вот, и тварь, вся стена этому учится на самом деле. Не только человеческая тварь, падение, да, но и животный мир, и растительный мир, все мучается. Знаете, когда, например, когда Ли Джеро, тот самый кореец, да, вот, Ли Джеро, приезжает его муж, да, сюда, и получается, значит, я был на служении его дочери, его, он сам не смог прийти в Петербург, я был в Питере на конференции, была его дочь, Суцун Ли, она, значит, в общем-то, послание отца доносила, вот, делила словом, и это было очень, очень мощно, я скажу. Ну, простая девушка, но звучало слово, которое, ну, у меня простые вещи, но они потрясли меня тогда, я помню. Вот, и потом было общение. Корейцы, русские, разные пастыри были там. Значит, я тоже попал туда, в эту компанию, слушал, удивлялся, конечно. И там пастыри переспрашивали, питерские как раз переспрашивали, значит, Суджин, вот по поводу там этого озера. А, да, да. Она говорит, да, опресненного, сверхъестественно, Богом. Она говорит, да, до сих пор вода пресная, она даже сладковатая на вкус, вот ее любят. Вот, без фильтра даже приходят туда, начерпают, и даже так вот, то есть это для корейцев это очень даже не просто. Вот так вот сделал шаг вверх, они пьют. Вот исцеление массово происходит до сих пор. То есть это уже не один десяток, или сколько, а все уже прошло. Вот. Значит, это огромное озеро, значит, которое, ну, там было немного воды этой морской, ее нагнали туда, накачали эту воду. Вот. И потом молились, и вся эта вода во мгновение ока стала из морской, стала пресной. И на планете это теперь единственное место, где чудесным образом, сверхъестественным образом рыбы живут и морские, и пресноводные рыбы. Такого не бывает вообще. Израильтяне приезжали, сразу с нами приезжали, сразу с ним приезжали тоже эти ребята. Вот брали на Академию наук, брали эту водную экспертизу, и все эксперты всех стран, значит, подтвердили, да, что эта вода, когда ее разобрали, как говорится, да, она рассказала им свою историю, эта вода. А в памяти воды было прописано, что она была действительно морской водой, она была соленой водой, она... Но вдруг, как в мгновение волшебной палочки, в мгновение ока, на Земле нет таких технологий, это инопланетная технология. Нет, ученые так рассказали, это инопланетная технология, такого не бывает на Земле. Массовое плеснение огромного количества воды. Ну, представьте, выпьется, допустим, если была бы, значит, вот... Это они провезли. Ну, уже я использовал погоду, да, а еще ту эту самую, все добавляю. Аманвин.org, их не сайт. Вот это вот. Я захожу, я подписался на их услуги, правда, я не понимаю, как корейский, но Google не помогает. Нужно хотя бы разобрать. Правда, перевод не всегда там понятно, но там, когда он желает много нефти, я понимаю, что он не желает мне евреев, там, Мазани. Да, ну, Манвин, да, Манвин, пастор. Спасибо. Да, пусть пока я не знаю. Да, приятно. Вот, и вот эта вода стала пресной, на самом деле. Израильтяне, поэтому они такой и на высоком правительственном уровне, они как раз и пригласили, поэтому именно этих корейцев молиться за, ну, Израиль, молиться о дожде, потому что в Израиле, вот, еще 40 лет, 15 лет прошло уже, много лет прошло уже, не было дождя, долгое время, как бы, и, значит, озеро Кенера, вот это Генесарецкое озеро, оно, отметка, критическая есть отметка, ниже которой нельзя, чтобы она опускалась вода, потому что тоже кризис уже будет по всей стране, это единственный источник, как бы, значит, пресной воды, резервуар, есть такой натуральный. Вот, и ниже отметки вода опустилась, это означало конец, по сути, страна могла погибнуть. Окружение враждебное, от них воды не дождешься, и снега зиму не дождешься. Вот, больше того, значит, доставлять воду, как предлагали, айсберги тянуть туда, и доставлять воду, значит, с других стран, ну, нормально уже, просвещенных
стран, цивилизованных стран. Эта вода была бы на вес золота. Вода бы была бы дорогущая вообще. Вот. Это, короче, все, конец. Израиль мог бы погибнуть без войны, без... просто нет воды. Элементарно. И представляете, значит, пригласили как раз и на христиан. Никогда христиане не приглашали. Там израильские банки, там по всем этим, значит, этим синагогам молились о дожде, не было дождя. И по прогнозам в ближайшее время вообще ничего не ожидалось абсолютно. Все, сушь. И представляете, значит, там израильские банки, там, значит, то, чтобы да, по Торе, да, стали всем этим кредиторам прощать долги, списывать все. Значит, ну, чтобы Всевышний Бог отреагировал, как бы, быстрее на молитву евреев, но по-прежнему не было дождя. Вот они старались, как могли, но потом делали что? Вот пригласили христиан, корейцы, вот, на молитву эту, и, значит, по прогнозам, опять-таки, в ближайшие месяцы ничего не ожидалось вообще. Кризис. Лиджи Роб, да, Джеффри, он прилетел с командой, заселили целую гостиницу корейцы, с большой командой, сотни служителей с ним прилетели, это его пастыри, там пресвитеры, там молитвенники, у него целая молитвенная гора. Вот, значит, огромная церковь, многотысячная церковь. Вот, они заселили целую гостиницу, объявили время, средства массовой информации, время их молитвы о дожде. Вот, ну-ну. Какой дождь? Не облачко. И ближайшие там сотни миль никаких даже намеков не дали дождь. Ниоткуда, откуда не возьмись. Из ничего появились облака, пошел дождь, вот, который спас именно во время этой молитвы. И Израиль был спасен. Это чудо не просто там тысячелетней давности, это чудо вот, десятилетней давности, ну, или 20, хорошо, по времени. Израиль был спасен. Кинерет поднялся на уровень как раз спасительный. После этого дождя, конечно, там были в шоке люди, вот, значит, ну, нашли злые языки, много было там в Израиле тоже. Вот, значит, робот все равно, вот, значит, не угодишь, вот, значит, да как Маргарет еще говорила, железная леди наша, да, значит, она говорила так, что когда, да, не будь зависим от мнения других людей, даже если ты будешь чудотворцем великим, и будешь ходить прямо по воде, найдется кто-то, кто скажет, смотрите, он даже не имеет главы даже. Все равно найдется критик какой-то, значит, и он что-то выскажет там. То есть поэтому не смотрите. А дождь-то не настоящий. Все настоящее, но не угодишь все равно. Наросло рапта все равно. Я неделю назад поселял доктор Лир, свидетельство рассказывал. Рассказывал, да? Трансляцию. Они там 2 часа стояли. Да. Это по сигналам показывают, да? Надо мне маркетинг посмотреть сигналы. Ну, вообще, я видел записи на английском, он сделал на русский язык, если бы еще. А на сигнале на русском было, да? Ну, была проповедь, и кто, и это свидетельство. Русский, украинский? Русский. Вот, надо посмотреть, интересно. И знаете, что интересно, что злые языки стали говорить? Пытались опорочить правильника. Вот, мол, что вот он прилетел, и не просто так, конечно, сейчас ему все стегнут такую сумму, такую большую, там на самом деле там как бы правительство оговаривало сумму большую, банкиры, значит, израильские там большие суммы оговаривали. Значит, и когда эти новости газеты эти, ну, как бы перевели доктору Ли, он, значит, сказал, а у меня есть ответ для них от Бога. Какой? Во-первых, от всех вознаграждений отказываемся, во-первых. Вот, пишем это, публикуем это в газетах везде, что от всех вознаграждений отказываемся. Больше того, там им оплатили там, перелеты, все эти проживания гостиницы, это целые гостиницы взяли. Вот, все это берем за счет церкви, на счет церкви. То есть наша церковь оплатит полностью все эти счета. Перелеты все эти, сотен людей этих на счета и проживание, сколько времени они проживали. Вот, значит, больше того, он вышел еще с предложением. И сказал, что вот от Господа у него есть такое слово еще для Израиля. Какое? А собрались пастыри местные еще, раввины собрались местные, израильские. И он сказал, что вот всех христианских служителей, которые в Израиле трудятся, да, значит, наша церковь Манмин берет на минимальную израильскую зарплату. То есть, кроме вы от своих церквей получаете какие-то благословения, пастыри, служители, да? Но от Манмин будете получать вот та минималка, которая принята в Израиле. То
То есть плюс еще минимальная зарплата каждому будет высчитываться. А стали спрашивать на пресс-конференции, а на какое время, какой срок, год, два, на какое время? До возвращения нашего Господа Иисуса Христа, говорит. Наша церковь будет оплачивать всех израильских пастырей, сотни пастырей сегодня получают, уже сколько лет уже, получают минимальную заработную плату израильскую. Поэтому сегодня в Израиле быть вот частью христианского братства, служителя, то есть материально теперь это уже, ну, еще лет 20 назад было небезопасно, очень сложно, а сегодня это уже нормально, терпимо, то есть ты можешь, ну, не жировать, может, но на среднем уровне любой пастор там проживет нормально. Представляете, за счет, это многомиллионные вливания были, значит, получается, ежегодные церкви Манмин. Вот, значит, после этого, когда еврейские злопыхатели замолчали, христианские начали во все горло, по всему миру. Ой, его в ересе стали принять, он там ангелов почитает, он там нам что-то еще там ересе тебе говорит. Он сказал, что кровь его очищена. Да, кровь его очищена. Короче, стали уж его проповеди бедного, там, значит, там, с коринфского переначивать, можно перевести так, а можно и сяк. Короче, и до сих пор, да, одна из величайших церквей на планете в самом большом поругании сегодня, вообще христианстве. Вот, один из величайших служителей христианства сегодня в самом величайшем поругании, как правило, вообще. Удивительно, но для меня это знак, очень добрый знак. И как Сун Джин Лин, его дочь, она в Питере рассказывала об отношении своего отца и своего личного, их семьи к этим критикам. Я увидел, насколько вот, ну, в этом Христа, вот настолько в этом вот праведника, я был очень сильно восхищен, просто удивлен. Вот, и это наши дни. Это не просто там какие-то там, знаете, средневекатовые или какие-то древние отцы какие-то. Нет, это наши дни. То есть Бог тот же. И сегодня, допустим, вот Днепр, да, хорошая река, широкая, да, там редкая птица, там, где-то середина, да, все хорошо, но загаженная река. Чего греха таить? Вода загажена. Вот смотришь, там эти мути, да, разводы и прочее. Ну, люди, к сожалению, вот ломать не строят. Вот гадить могут, вот что-то хорошее сделать не могут, как правило, очень редко. Вот ума хватает на хорошее. Вот, но я верю, что Бог и даже экологически землю исцеляет и благословляет. И сейчас тот же самый Бог. Он обещает не только грехи народа простить, да, но и землю исцелить. Землю исцелить, тем более примеров уже прецедентов много. Тем более в Украине уже были чудеса, ну, правда, давно уже, это в этом такого масштаба. Это было еще, получается, конец 18 века, да, конец 18 века, начало 19 даже. Начало 19 века чудо было уже обнародовано, как бы объявлено, а совершилось где-то в конце 18 века. Да, а на другой день не было дождя, еще раз могло. А, по поводу Жоребри, да, был дождь. Кстати, ему сказали, первые критики вообще нашлись в Израиле, которые говорили, ну, вот корейцы нас, евреев, обнулили. Да, обманули. Вот, значит, они знали, когда дождь. Они просчитали время дождя, короче, значит, а наши израильские ушами прохлопали. Значит, и поэтому Джерби, он объявил, значит, по Израилю, что, значит, хорошо, назначите теперь время сами, но мы назначили время дождя, да, когда будет дождь. А теперь вы сами назначите время дождя, вот когда по-вашему не будет дождя, но Бог даст дождя, чтобы показать вам, что это Он спас Израиль. Вот, ну, как бы, ну, они там высчитывали самый засушливый день, как вот, ближайший, когда точно уже наверняка, когда уже намного не будет, точно, даже в соседних странах они будут, даже облачко маленького, они назначили эту дату, молись. Самое интересное, именно в эту дату в это время пошел дождь. Не такой большой, как первый дождь, но тоже дождь, который удостоверил весь Израиль, что да, это Бог Спаситель, это не просто там, значит, там совпало, знаете, как. Там в Израиле большинство людей атеисты, значит, и лишь так вот, как вот батюшка говорил, значит, да, что я православный, но я атеист. Так многие там тоже, я иудей, но я атеист тоже, да. Все на Богу приду, значит, что ж, не сломаюсь, на праздник, все, ну, на праздник. Да, вот это как вот такая книга, такая человеческая, но она как бы лукава сердце человека, да, и крайне испорчена. Вот, лишь когда духовное вот это возрождение происходит, тогда действительно чудо спасения. Аллилуйя. Спасибо, дружище.
Вот, да, много других было чудес тоже, значит, да, значит, и в Украине вот это чудо, я хочу напомнить просто, что Бог благословлял уже Украину однажды, вот в конце 18 века, когда, значит, были за Глухопором, Лохани, да, и когда посылали их туда, вот, на Молочная река и какая-то еще. Короче, от Мариуполя до Бердянска вот эта территория была заселена вот этими переселенцами, высланными, значит, с разных губерний людьми. Сколько там было, сейчас уже неизвестно точно. Вот этот Владимир Франчук, историк с Мариуполя, он считает порядка 300 тысяч, вот, по его мнению, историка. Вот, другие называют большую цифру, другие меньшую. То есть так вот, ну, как я, например, вижу из того, что покажу. Вот, значит, и плюс еще многие не высылались, а сами туда потом переселялись, сами, целыми семьями переселялись туда. Вот, значит, а поначалу туда выслали на пустынные земли, эти земли были пустынные. Не было, потому что там вообще ничего. Даже крымские татары эту землю знали. Они называли ее землей Шайтана. Да, потому что там ничего не росло. Значит, сейчас там сады, поля, сейчас все. А раньше там ничего не росло. До конца 18 века там ничего не росло. Это были степи, солончаки эти. Екатерина Великая, государыня, да, она даже давала бесплатные, даже за деньги. То есть предоставляла бесплатно для территории. И плюс еще выплачивать деньги некоторые иностранцам, вот этим мелиораторам, которые могли бы землю хоть как-то привести в божеский вид. Немцы, голландцы приезжали, руками разводили, говорили: нет, извините, государыня, эта земля бесперспективна, она мертва. Вот, а крымские татары знали, путешествуя там тоже по этим степям, вот, солончакам, они знали, что, во-первых, грунтовые воды очень глубокие, во-вторых, значит, когда докапывались до воды, вода была мертвой, с ней люди болели, умирали, соленая вода и мертвая вода. Вот, значит, и вот, по сути, правительство царское решило туда верующих переселять, ну, по сути, их обрекая на уничтожение, на смерть. Вынуждая их вернуться в православие тем самым, потому что когда вернешься в православие, то обратно позволяет себе вернуться. Вот, а люди были обречены на голодную смерть, потому что что они с собой взяли, продуктов немного, и семян, это все очень быстро исчезло. Но самое интересное, было вот такое чудо, что люди молились, значит, и Бог исцелил эту землю. Когда в начале 19 уже века, уже при Николае I уже императоре, вот эти вот картографы, да, кто это, те, кто карты перепроверяет, они туда прибывали, уже про них забыли, уже Наполеон был, уже там уже событий столько было всего, что как бы про этих верующих уже не помнили. Думали, наверное, померли все уже, там, а какие там поразбрелись уже, вот, значит, оттуда. А самое интересное, когда туда прибыли, вот эти вот с Харьковской духовной консистории потом приехали товарищи, а так с Петербурга были люди, специалисты, они ахнули. Эти земли обозначены были как пустынные, вообще, солончаки и прочие, мертвая земля. Они туда приехали, там поля, сады, все растет, десятки этих поселений, поселков, люди живут, тысячи людей живут, налогов не платят, живут себе. И плюс еще они еще напугали еще этих петербуржцев, что вот у них, мол, такая незалежная духобурье. Такая страна еще. Это не такая пацифистская страна, не было ни армии, ничего. Вот на картах мира или не было политических. Вот такая духовная была. Туда и старопряд забежали, кого только не было. Все, кого за Европу преследовали, царской России, все туда бежали многие. Кто Сибирь и дальше там, и Китай, и оттуда дальше. Вот насчет из Китая уже там, уже в Латинской Америке в основном. Я с Латинской Америки общался со старопрядцами, которые в то время как раз примерно бежали. Их предки бежали таким путем. А через Сибирь, Дальний Восток, через Китай и на Латинскую Америку, в Боливии в частности. Когда в Штаты первый раз я прилетал, как раз преподавал там Лютер Райс Университет, то там переводчица моя была, она сама американка румынского происхождения, а ее муж был боливиец русского происхождения, получается. Вот, значит, ну, она уже приняла, в принципе, гражданство американское, но родом из Боливии. Вот, значит, боливиец, да, и он, и его родители, его там деды, прадеды, прапрадеды, но вот в конце 18-го, начало 19 века его предки далекие, они вот таким образом, таким маршрутом добрались до Боливии. Вот, значит, и поселились в этой стране. Вот, значит, и их брат интересный такой, у него, значит, получается, папа старобрядец, да, значит, а мама индианка.
из местного индийского племени. Вот, боливийского. Притом не такого цивилизованного племени, более-менее, где там белые люди бывают, а такого настоящего, где там из одежды одни кусы только. Вот, значит, вот такие, которые живут в самой глуши. Вот мама у него тут была. Вот такая история. И исцеление земли, как оно произошло, точно неизвестно. Но вот, вот это вот Приазовье, все, что называется в принципе Приазовье, да, оно все, сейчас там война, сейчас туда движутся танки и под Мариуполем, там сверхъестественно просто Бог остановил, просто сверхъестественно остановил. Значит, агрессию этого и империя вот эта гибридная распространяется, вот эта опухоль раковая такая. Но самое интересное, значит, вот эта земля когда-то переживала огромное пробуждение, была свидетельницей огромного пробуждения духовного. Она была исцелена, грунтовые воды поднялись, они исцелились. Вода до сих пор, даже вот эта Азовсталь, там прочее, лицо, комбинат, они не смогли испортить вот экологию все это. Хотя портили, но и старались, но не смогли испортить. До сих пор там и дома отдыха, там и прочее, прочее, прочее. Так вот. Так что, господа, Бог наш сверхъестественный. Я верю, то, что тогда произошло, это было лишь только, ну вот, и вот, или на озере том соленом в Корее, да. Подобные чудеса, они как бы только лишь вот этот запах с кухни, опять-таки, увертюра. Бог может в одно мгновение всю планету нашу обновить вообще. Совершенно новую землю, да, новую землю, новые небеса. Абсолютно все. Вот, значит, и это и реальные вещи, период. Не только исцеление, или какие-то отдельные чудеса, маленькие такие, но, как говорится, да, но и в малом тоже великий Бог проявляется, но и такие глобальные, огромные чудеса тоже верю. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за все, дорогой, драгоценный. Да, помолимся и помолимся. Опять-таки тоже, даже слово молитва, оно затаскано, так вот, знаете, вот, мы забыли порой, что забываем, что это общение с ним, общение, разговор с ним. Конечно, коллективный разговор с ним это как бы одно. Вот, настоящий разговор на один день совершается всегда. Спасибо тебе, Господь, за все. И я верю в Божий всемогущий, что действительно ты в наш век, в наш час, ты уже совершаешь уже. Боже, если вышишь еще больше, слава тебе, Господь, спасибо. Спасибо тебе, Боже всемогущий. Спасибо за эту честь жить в это время, Боже, когда многие эти тайны открываются, потому что вся тварь стенает и мучается, ожидает откровения сынов твоих. Да и мы сами мучаемся, как написано в Библии тоже. Мы даже, мы все мы, верующие, верующие, все мы нуждаемся, Господь, в этом обновлении, в этом просвещении, Господь, в этом преображении, Боже, спасибо. Благословен ты, Царь наш. Благословен Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и общение, и преображение там, в Духе Святом со всеми нами. Аминь. Присядьте еще, пожалуйста, друзья. Андрей, будьте, пожалуйста, тоже скажи еще пару слов. Да, вот, потому что сегодня Андрей уже уезжает. Все, мы... Да. В Беларуси из Минска приехал, пообщался, Посвятительство, брат, тоже. Да, вот. Тут как бы крестили меня, но крестили, я когда-то был крещен по вере, да, то есть, ну, поливание, я вот, все-таки крещение, полное погружение, да, вот, отец Иванович, да, вот, отец Сергий снимал это все, записывал, да. Так, вот, так что спасибо всем братьям, сестрам за молитву. Тихо молился. Тихо молился, отец. Вот, Иванович. Все, что тут дни были очень насыщены, неделю, вот воскресенье до воскресенья, да. Вот, службу до службы. Немножко опоздал на собор, исключительно по вине украинской таможни. Вот. Ну, благословляем. Да, благословляем, потому что они так по очереди плохо работают. То белорусы, то украинцы. Приходится. Ну вот, отец, что говорит, свидетельство. Свидетельство, да. Как я пришел. Да, против Бога, демократия. Да. Я, в принципе, искал Бога, верил, я помню, еще в советские времена, как-то в году 89-м, ребенка, еще 15 лет было, специально там, поехал через 3 земель, вот, купил крест себе, искал Евангелие, трудно было найти, одна была точка, баптисты продавали, еще очень
плохая печать, мелкий шрифт, офсетная бумага. Я вот купил, помню, в Англии это Анна, прочитал, мне было 12 лет. Потом фильм «Иисус Христос», «Полки Евангелия», да, видеокассета мне уже досталась. Перепалы, посмотрел, впечатлен очень сильно. Как-то попадались мне священники, протестанты, американцы тоже. В Минске? Да, я заходил на служение после школы. Там, я помню, да, потом как-то я все-таки любил Восток, что-то мне тянуло. И с кришнаитами, так сказать, я познакомился, с вайшнавами, ну, общался. Параллельно я там, параллельно был панком, там, ездил автостопом, курил траву, но вот любил как-то вот индуистов. Индуизм, я считал, вот это родное. Вот. А потом как-то был плохой индуист, надо как-то вот серьезно взяться, бросил пить, курить, там, ну, короче, все. Получил посвящение, там, первое, потом в Индии второе, то есть в Индии три раза. Вот, ездил, стал священником, так, очень серьезно. Да, вот. Ну, контакты, как ни странно, даже в Индии не прекращались. Вот, вот в Калькутте, в Ашраме, это такой монастырь в центре города, большой, хороший место, район, это Джотиндас Парк, рядом миссия Матери Терезы, я туда тоже заходил. Вот. А тут прямо православная церковь Элладская, через дорогу. Элладская церковь, я думаю, дай-ка зайду в Рождество. Захожу в индуистской одежде, так, перекрестился, а я бритый, шикарный такой, хвост у меня. И батюшка навстречу выходит, а индус у меня спрашивает, он говорит, вот из Йонней, Матуанандатас. Нет, твое, говорит, нормальное имя. Андрей, он мне так руку протягивает, Фазер Андрей. Он тоже Фазер. Оказался, он родился не в индуистской, а в англиканской семье, принял православие, монашество на фоне и академию в Америке, США. Он вернулся в Калькутту. Как-то он так рассказывал, я мне поразилось, что на бенгальском литургии там Припакуру, помилуй нас, я помню, там для индусов садху, это святой для всех индусов, на иконах считают, там садху пантелеймон, садху такой, такая культурация, да, классно. Вот, тоже в миссии Матери Терезы свидетельство такое тоже хорошее. Там я встретил потом через 2 года, когда приехал в Калькутту, вернулся своего бывшего брата тоже, как бы, ну, у нас общий учитель был, он там остался, стал христианином, и за свои деньги служил, он мне говорит, попробуй, говорит, хотя бы сделай что-то для этих людей. И говорю, мне как-то, ну, говорит, хотя бы, вот видишь, вот там, говорит, ирландцы работают, помоги им что-то сделать, ну, хорошо, говорит. Как-то, ну, как, я не ощутил какого-то вкуса, но движение началось. Я помню, переехал в Минск, 2008 год, умер Иоанн Павел II. Вот как раз. Да. Я как-то так смотрел, его похороны по Евроньюз показывает, прямая трансляция. Я как-то даже как-то всплакнул, думаю, хороший человек был, добрый. Как-то так даже сочувствие как-то меня охватило какое-то. И как ни странно, тут эти политические акции были, и как раз целые пикеты в защиту там костюма святого Юзефа, святого Юзефа. И там всех вязали, меня повязали. И так получилось, что кришнаит как бы христианский. А меня в этот бобик запихнули с харизматами. Ну, вот, и мне там начали проповедовать, ну, это, а я такой экуменист, и говорю, да, всех люблю, все хорошо, как-то нормально. Вот, а потом я через них там познакомился с Ксензом Иринёвышем, Юлией, заходил, а я иду в костёл захотеть помедитировать. Сижу, мантры повторяю, там, атмосфера хорошо, тихо, ничего не мешает как-то. И тут как-то меня в оборот взяли вот харизматы, как-то за меня помолились, как они, говорит, мы думали, ты безнадежный случай уже все. Ну, что этим убеждать? Помолились как-то так хорошо видно. И я что-то вот ночью проснулся. Думаю, давай-ка на белорусском почему-то, на белорусском, но я знал белорусский, тут начал ко Христу молиться, прямо вот к нему. И так как-то широ, что думаю, а какой Кришнаит, слушай, я утром просыпаю, что-то как-то не то, ритм сбился как-то. И вот начал ходить, потом там евангелизировали, но я как-то и католиком ходил, но как-то греки мне были симпатичнее по причине, что литургия красивая. Понравилась красивая литургия, вот там это демократичная церковь маленькая, у католиков огромные соборы, мне всегда было неуютно в больших организациях, я не люблю какие-то мега-церкви.
Вот. Ну, так или иначе, с ними контакты поддерживал. Вот крестили потом меня, вот я жил, вот, потом там были срывы, падения, ну, так или иначе. Вот, да. Потом как-то вот на Ютубе, нет, в церкви «Новая жизнь» протестантов был, мне говорят, вот есть прогрессивный батюшка, епископ Журавлев, а я так думаю, как, я знаю православных, какой епископ, думаю, наверное, какой-то сектант. Ну, думаю, ладно, так отметку сделал для себя. Думаю, потом на Ютубе посмотрел. Посмотрел, мне очень понравилось, ну, класс вообще. Смотрел, смотрел, и отец мне помог, не буду уже там рассказывать уже. Там. Мне был завал один такой полный, но вот как-то благодаря вот, вот Слову Божьему вот опять-таки вот, как-то вернулся опять в поток, что опал на какое-то время. Но все равно, в принципе, молился. Просто подкосил. Вот. Вот так вот. Ну, Андрей, нужен. Помолись, благослови нас. Можно белорусам даже помолиться. Белорусским. Он очень похож на украинский. Я помолюсь, прохвачьте, когда вас. Пане Боже, дякую, что мы все собрали тут. За всіх присутніх, за можливість молитися. Ось, і сподіваюся, я ще побачу вас знову. Ось про певний час я так зробив себе таку постанову, що раз на год наведувати вас усіх. Ось, прошу вас так само, коли ласка, молитися. Дух Господній спочивав на мені, спочивав на кожного з вас, молитися так само в этой інтенції. Прошу тебе, пані, як так сталося. И ласка, не покидай нас. Ось. Как мы все стали твоими светками, как мы очень глубоко дотронулись до твоей темницы, до твоей присутности. Приди, Пане Боже. Дякую. Аминь. 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 Давайте помолимся. 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 Аминь. Давайте. Сегодня у меня, да, и здоровье, здоровье, благословение. Чтобы нам не мешало. Господи, храни тебе, Гарри, Господь, пути, Господь Божий. Ты днем пребываешь, Боже. Я доверяю пребывать в тебе, Господь, непрестанно, Боже. И его доброе сердце, и доброе сердце, Боже, пусть отойдет от тебя, ты благодать твоей любви, Господь. Во имя Иисуса, благослови Господь, слава Господь. И сделай его благословением, Господь Божий, для сейчас в его лице благословляем Минск, благословляем Беларусь, белорусский народ. Беларусь, которая пережила огромное благословение Твое, Божие всемогущее. Еще далеко, 16 века, было пробуждение огромное духовное. Пусть сегодня, Господь Божий, через Андрея, через других братьев Божьих, совершается знамение чудо для образования Твоей земли, Господь, народа. Боже, пусть Господь действительно, вот как в плане христианском, пусть кровь Христа, омывающая от всякого греха, пусть действительно действует, Господь Божий, во всем народе. Спасибо, Господь, коммунизм. Да, спасибо, Господь, от всякого духа коммунизма, от всякого духа Божия, Божия равнодушие, Боже, пусть во имя Иисуса Христа, Белорусский народ, процветает в Тебе, Господь Божий, спасается в Тебе, Господь. Пусть имя Иисуса прославляется в Тебе, Боже, во всей Белоруссии, имя Иисуса Христа, слава Тебе, Царство. Аминь. Слава Богу. Жизнь. Жизнь с избытком, да. Зоя. Зоя, да. Аминь. Аминь.